Друзья, всем привет! С вами Зеленые просторы. И я хочу показать, как укоренились мои черенки гортензии из почки. Черенковала я их почкой. Способ этот я увидела у Натальи из Беларуси, и мне понравилось, и я попробовала. И очень все получилось. Торф у меня здесь обычный агрикола из Леруа. Живу я в Подмосковье. Вот, поэтому я думаю, что если кто-то будет искать такой грунт, без проблем найдет его в Леруа. Смотрите, вот такие вот черенки получились. Им примерно 2 месяца от момента, когда я оторвала эту почечку от одревесневшего череночка. Вот они такие сейчас уже выросли. Корешки там хорошо подросли. Вот. Стоят они у меня на улице. В теплицу я занесла их просто для того, чтобы снять видео, чтобы не сильно солнце слепило. Сорта я не подписывала, поэтому я не понимаю, какой сорт быстрее нарастает, какой медленнее. Вот. Новые черенки, конечно, я уже буду подписывать, поэтому буду знать, какие быстрее растут, а какие медленнее и развиваются. Корни у них уже хорошие внутри стаканчика, их уже пора, наверное, скоро будет высаживать, потому что им скоро этого объема стаканчика будет мало. Я на первом этапе ничем не подкармливала, а вот когда они уже подросли, я подкормила монокалифосфатом, проливала один раз и один раз обрызгивала по листу 16-16-16. Это у нас была азофоска. Вот я покажу, где они у меня стоят на улице под смородиной, под кустами смородины. Вот кусты смородины, и они вот так вот просто на улице стоят. Вот эти череночки укорененные в стаканчиках. И вот вторая партия. Вот эти просто были побольше изначально, почки, да, выросли быстрее. А эти потом. И позже я их уже в землю пересаживала. То есть они мне сперва стояли в одной емкости, давали корешки. Потом, когда они уже укоренились в этой емкости, ну, в плошечке, я вытаскивала по одной гортензюшке и пересаживала в стаканчик. Вот, на данный момент они выглядят вот так. Здесь я отрезала еще котовник, просто он в воде стоит, укореняется. Но я это сделала вчера, поэтому корней еще нет. Вот, здесь у меня вот опыт будет, это у меня шалфей тоже стоит здесь. Ну, в общем, вот так вот тут происходит укоренение. Есть у меня пузыреплодник, это прошлогодние черенки, зеленые, перезимовавшие, ива хакуранишики. Вот, а это просто древесневшие черенки, вот которые я обрезала в марте, да, они вот дали вот такую почку. Вот этот подсох черенок, видимо, не прижился. Вот такая почка, вот она, вот я покажу сейчас. Вот такая почка была мною оторвана вот здесь вот и поставлена в земельку, практически не заглубляя. Сперва обмакнула в корневин, а потом в землю, практически не заглубляя, положила ее. И она где-то через недели 2-3 начала давать корешки. Вот корни дает каждый сорт по-разному, поэтому и происходит укоренение кого-то быстрее, а кого-то медленнее. Вот. Ну, на данном этапе прошло вот 2 месяца с момента, когда я вот такую штучку уже посадила в землю, и она начала расти. А до вот такой вот почечки, получается, проходит еще, наверное, недели 2, у некоторых сортов 3. То есть вот эту палочку, которую я взяла просто при обрезке гортензии, поставила в воду, она дала мне вот такие почки. Я ее обрезала, поставила на укоренение, и у меня теперь укоренились вот такие вот гортензии. А эти я поставила просто вот этой вот палочкой, одревесневшей, да, после обрезки, поставила в землю. И они также, видимо, там укоренились, потому что они хорошо себя чувствуют, не пропадают. Ну, вот это вот почему-то, наверное, подсох. Но я еще люблю вытаскивать, поэтому, видимо, подсох. В общем, я люблю все смотреть. Мне любопытно, и я люблю пробовать, экспериментировать. Вот, в принципе, делюсь с вами своим опытом.